А чё? Тут то блядь, днём уже, блядь, я не тяговый. Нет. А с кого он, на кого он там орёт-то? То, что все уехали. А, один он? Да. Скучно ему. Конечно, ему надо притащить. Компания, в общем. Херня тут одна. Бортовая, не знаю, видно будет, так не видно нахуй. Не бортовая, стакан вон откручена, всем, блядь, все разъебано. То есть вот этот чулок надо менять. Я его заказал, он у нас десятку стоит. Но опять же снег, хуяк, вчера еле дочистил, уже зацепляет. Она боком стала, а там здесь две шестерни конические. Так, что-то у нас масло херачит. Давай-ка заведи его. Откуда-то. Вон, все. С рулевой. Походу, то ли мы плохо затянули, дотянули. Вон он и боком стоит. Надо, короче, его делать. Так что как-то вот так. Давай, задави меня, блядь. Вот заводится. Минус 10 сейчас у нас. Правда, в гараже. Да не закрывай ты, заводи, на. Всем привет! Приветствую всех на канале. Не знаю, этот вставлю видео, не вставлю. В общем, сегодня 2 декабря у нас 23 года. И сейчас покажу, что у нас. У нас продолжается ремонт. И этот ремонт целый год ждал меня. Помощники были, работяги, но все, не доходили руки. Вернее, все некогда было всем. Вот он дождался меня, и я его как бы сам делаю. Пословица русская, как всегда, права. Если хочешь что-то сделать, сделай это сам. Ладно, это все лирика, так. Разговоры ни о чем. Что, почему целый год? Ну, я думаю, что и так достаточно. Ладно, пойдем посмотрим. Достаточно для этого трактора сделано в этом году. Он у нас... Ну какой, да, целый год, и аккумулятор он ждал целый год, и переделал я его на 24, генератор купил, стартер купил, ну аккумуляторы были, но свет сделал на 24, сзади фонари ни хрена ничего, ну в том году, когда это было, тоже по осени, наверное, да, я же двигатель на нем перебрал. Ну, сами видите, что у нас случилось. И вот такая вот ситуация. Все я разобрал. Вчера психанул. А получилось что? Что все вот эти вот крепления все нахуй разорвал, и он стоял боком. И еще набило. То есть, когда ступица наклонилась, он начал жрать вот эту резьбу. То есть я уже когда взад сдавал, четко чувствовал, что он тык-тык-тык. Но пока финансы есть, я купил полностью новый вал. Этот оставлю как бы. Купил новый вал, подшипники, гайку всю полностью соберу. И купил все полностью стакан. Не стакан, это как он, кожух. Фигожик. Сейчас все покажу. Вот он. Новый. Не стал я заморачиваться. Взял белорусский, новый. Экономить ничего не стал. Ну, родной белорусский взял. Новый. И сейчас покажу, что еще там взял. Ну, вот два подшипника на вал. Кольцо проставочное. Два манжета. Почему-то говорят, что два.
туда-сюда поставить, чтобы не оттуда, нет, гайка, болты, сам вал тоже белорусский, все. Не знаю, как получится показать, не показать, но буду собирать, что-то какие-то кадры будут, значит, буду вставлять. Печка сгорела, она на 12, я думал, на 12-24, она 12-я. Заказал ее, что-то 2600, что ли, выкину ее. И надо поменять, тоже заказал мигалку, спецсигнал. 1000 рублей на Озоне, придет, покажу, не покажу, в общем так. Ладно, начнем этот ремонт. По отвалу пока ничего, конечно, все болтается. Эти пальцы я в том году перетачивал, делал втулку и пальцы. Так себе, маленько уже разбита, одного пальца уже нет. Цилиндр этот поворотный тоже новый брал, ухо отломило в том году, за 8000 я его брал. Ну, без проблем нашел, то есть по каталогу этот все как положено, поворотный. А так вроде по отвалу больше все. Начнем, посмотрим, как пойдет. Ну, в общем, вот так стоят сейчас у нас дела. Засовываю вал. Не знаю, правильно сделал, нет. Что в этот, в кожух сразу засунул. Или надо было сперва кожух поставить, потом вал этот горизонтальный. Ну, в общем, сейчас буду пробовать, попаду я туда по шлицам или не попаду, посмотрим. Так что продолжаем разговор. Ну, такая вот пока у нас ситуация. Так что работаем, братья, работаем. Выход всегда есть. Так, хорошо вспомнил. Вот, блядь, достаю вал обратно. Почему? Потому что, блядь, вот... Извиняюсь, конечно. Ну, я думаю, что мне простительно, потому что я данную процедуру провожу первый раз. Это я еще хорошо там по видео вспомнил. Молдаванина Сергея, канал «Тракторист». Он показывал регулировку. И сейчас стал вспоминать, как чего. И посмотрел, а гаечку-то я не поставил. Ну, сейчас вал выбил. Достану и законтрагаю. И на место. Так что продолжаем разговор. В общем, пришлось все разбирать. Заново все собрал. Натянул. Сейчас бортовую буду ставить. Ну, одному ее не поставить. Сейчас подожду, Виталик. Вот, минус 10 у нас завелся, блин. Не сразу, а так. Чуть-чуть погонял и дрыгнул. Так что вот так. Какое-то пятно, блядь. Масляное, что ли, нахуй. Вот так вроде нормально. Так, здесь зазор выставили. Эту я закрутил, что-то, блядь, до конца не закручивается. Эти болты все протянул. Рулевую поставил. Сейчас задерем. Да. Классно, что отвал есть. Не надо домкратить. Ну вот так вот. Сейчас колесо воткнем и Виталик сегодня в ночь будет этот чистить снег. Он один хуй после микстурки не спит. Не знаю, что-то фотоаппарат отказывается снимать, но вроде нормально. Ну вот еще раз. Отвалом задрали, сейчас колесо поставим. Эту поменял, вал поменял, подшипники там поменял, болты все новые в стакан поставил, шплинт надо зашплинтовать,
рулевую. Сейчас колесо поставим, посмотрим. Так, ну Виталик все сделал за два часа на... По-быстренькому собрал, разобрал на... Все собрали, надо болты эти все поменяю, новые поставлю. И на крышке тоже поставлю хоть на два болта. А так, все проверил, все, все хреначит, все работает, залил туда. Ну и этой смазки нахерачил и залил, не грол. Пускай раз каша будет, колесо протянули, затянули. Ну вроде все нормально, только опять, блядь, темно. Так, ладно, пошли, все тогда, что.